Всем привет, зовут меня Дмитрий Скловский, агентство недвижимости Grand House. Хочу вам сегодня показать квартирку однокомнатную, 37 квадратных метров. Находится она в Санкт-Петербург, Фрунзенский район, улица Стрельбищенская, дом 15. Пятиэтажный дом, квартира находится на втором этаже, дом 1989 года постройки, в принципе свежий. Вот. Соседи тихие, спокойные, стенки толстые, дом вообще сам по себе теплый. Стою сейчас на лоджии, не застекленный. Это вот у нас вид из окна. Яблоня. Можно выходить на балкон и собирать яблочки, когда они будут соспеют. Вот. Вид с балкона, рядом никаких домов нет, ничего нету. Пустое место. Просто тропинка, люди здесь ходят, гуляют. Поэтому, в принципе, будет тишина. Давайте зайдем в комнату. Комната 17,2 метра. Сумочки, видите, уже собираем. В квартире никто не живет. В принципе, просто ремонт есть, можно заезжать и жить. Стеклопакетов нет, окна деревянные, можно, в принципе, также отреставрировать. И они будут еще долго-долго служить. Мебель при желании мы также можем все оставить. Большая кладовая. Туалет, счетчики на горячую, на холодную воду. Ванна. Сам змеевик идет через горячую воду. То есть в доме горячая вода и змеевик постоянно горячий. Холодную, горячую воду летом отключили на 2 недели. Естественно, змеевик тоже остается холодным. Кухня у нас 8,4 метра. Вид на одну сторону, во двор. Холодильник мы вам не оставим. Холодильник еще прослужит долго. Есть кладовка. Одна кладовка. Вторая кладовка. Еще раз напомню, общая площадь квартиры 37 квадратных метров. Вот у нас комната 17,2, кухня 8,4. Две кладовки, которые можно, в принципе, убрать, и будет большой вход на кухню, или чтобы другое придумать на вкус и цвет. Сейчас выйдем во двор, на лестницу. На лестнице никто не курит. Вообще в подъезде никто не курит. Видите, все ухожено, цветочки. Все чисто. Постоянно моют, убирают. У подъезда камера. Ведется видеозапись. Парковка, как у каждого дома. Вот сам дом со стороны. Плита, забыл сказать, электрическая. Ой, извиняюсь, газовая. Газовая. Сам дом. В 5 минутах ходьбы метро Бухарестская. В доме, вы его сейчас видите, такой светленький, магазин Пятерочка, за ним еще одна Пятерочка. В принципе, транспортная доступность большая. Трамвай через дорогу, маршрутки, автобусы, метро.
до Лиговского проспекта, если на машине, ну, минут 20. Вот. Это, наверное, если в пробке постоять. А до метро Международное минут, наверное, 15 пешком. Поэтому место красивое, везде зелено. Вход в дом со двора. Прямая продажа, один собственник. В собственности больше 10 лет. Будут вопросы, обращайтесь. Мой телефон 942-00-63. Хорошего вечера. Пока-пока.